я знал, что мы правильно идем. Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, опрокинуть. Придется применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдем посмотрим. Наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. В каком-то смысле. Симуляция. Но для них она, наверное, как настоящая. Боюсь, что дверь заперта, и я не вижу способа ее взломать. Наверное, механизм. У, какой большой лазер! Но лучше не обращать на него внимания. Мы же не знаем, куда идут эти панели, которые он режет. Может, они очень важны. Но у меня есть идея. Что если мы постоим здесь и дадим мягкому гудению лазера привести нас в состояние глубокого расслабления? Так мы сможем придумать способ, как открыть дверь. Признаю, не самый сильный план, но, боюсь, другого у нас сейчас нет. Если, конечно, с твоей стороны внезапно не последует всплеск осмысленной речи, что маловероятно в лучшем случае. Хорошо. Значит, переходим к тихому размышлению. А, мы же не знаем, зачем эта кнопка! О, дверь открылась, пойдем посмотрим. Хорошие новости. С этого оборудования я могу отключить систему нейротоксина, но она защищена паролем. А, сирена! Нет, не волнуйся, для меня это не проблема. Можешь отдохнуть, пока я работаю. Так, начнем. Самая сложная часть в любом взломе — сообразить, с чего начать. Что ж, приступим. Итак, что мы имеем? Компьютер. Неудивительно, можно было ожидать. Отметим галочкой. Компьютер. Есть эта коробка. Наверное, внутри какая-то электроника. И монитор. Да, он наверняка важен. Буду за ним поглядывать. Вдруг что-то появится, типа пароль принят или вроде того. И вот эта плоская штука. Не знаю, зачем она, но запишем. Вдруг кто-нибудь спросит, а есть ли такая плоская штуковина? Да, есть. Крутящаяся штука. Не знаю. Теперь пол. Что делает пол? Знаешь что? Он все держит. Все держит. Пол важен. Он все держит. Ручки могут понадобиться, но их нет. Так. Если мы начнем записывать все, чего здесь нет, это займет всю ночь. Ручки, например, ограничимся тем, что тут есть, не тем, чего тут нет. Так, соединяюсь с центром контроля NET. Начинаем! Привет, начальник. Я к вам с проверкой. Надо на минутку все тут остановить. Вот мои документики. Заканчиваем, да. Все по закону. Я из Международной комиссии по контролю за нейротоксином. Из Объединенных... Арабских Эмиратов. День добрый. Нет. Твердый орешек не сдается. Ну что же, применим экспертные хакерские приемчики. Сам напросился. Кар! Кар! Смотри, какая птица! Какая красивая, величественная! Какие перья! Вряд ли она тут надолго. У тебя уникальная возможность посмотреть на прекрасную птицу с такими чудесными перьями. Жаль было бы упустить такой шанс из-за какого-то нейротоксина. Нейротоксин здесь будет и завтра, а птица нет. Вон она уже сняла один коготок с ветки. Ой, она расправляет крылья! Вот что, подруга, я согласен тебя на минутку подменить, а ты можешь посмотреть на птицу. Ой, как она хороша! Мой громкий восторг спугнет ее в любой момент. О, какая птица! О, какая! Это совсем не работает. Тебя совершенно не волнует эта чертова птица.
Кажется, пахнет нейротоксином. Погоди, уровень нейротоксина падает. Стоп, здесь что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Точнее, опустился. Хотел сказать, что он опустился. Все отлично, продолжай. Он все еще падает. Не останавливайся. Получилось! Уровень нейротоксина 0%! Да! Погоди! Внимание! Уровень нейротоксина достиг опасной несмертельной отметки. А! Труба сломана! Мы можем приехать прямо к ней! Я не могу больше держаться! Давай! Давай, пора идти! Так мы приедем прямо к ней. Даже не верится, что я это делаю. Видишь, я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. Как мне это нравится. Так нравится. Огромное место. Мы видим только верхний уровень. Оно идет вниз на километры. Все закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. Не терпится увидеть выражение ее лица. Нейротоксина нет, турели нет. Она не поймет, как мы ее обставили. Так, подожди, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. Я еду не туда! Иди к ней! Я тебя найду! Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. На самом деле, я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. Я говорю! Это мой шанс! Это проблема! Вроде бы едет, только не это! А вот и я! Нацелен и заряжен! Это нехорошо! Ты без дела не сидела.
Что ж, мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг, смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос модулей. А, ты смеешься. У меня идея! Сделай, как сказано, подключи меня! Не подключай этого идиота к моему серверу. Нет, ты должна подключить этого идиота к серверу! Не смей подключать его. Подключи меня! Не делай этого. Не слушай ее, сделай это! О, он уже близко, подключи меня! Не подключай его. Будь добра, подключи меня, пожалуйста. Не подключай его. Ну хватит тянуть, подключи меня! Не делай этого. О, а что со мной делать? Я знаю, подключи меня к порту, пожалуйста. Не подключай его. О, кажется, этот порт подходит. Давай подключи меня. Не делай этого. Сменный модуль принят. Сменный модуль, вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль, вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она готова. Нет. Безвыходная ситуация, процедура замены прервана. Да. Уполномоченному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Вытащи меня! Не отключай! Иди нажми ее! Не делай это. Не так быстро. Подумай об этом. Только дипломированный научный сотрудник может нажать эту кнопку. Ты не квалифицирована. Не слушай ее. Это правда, что у тебя нет достаточной квалификации. Но у тебя есть нечто более важное. Палец, которым можно нажать кнопку, чтобы она нас не убила. Воображает себя дипломированным научным сотрудником. Я только что добавила это в список. Я вела список всех твоих поступков. Вернее, я веду такой список, потому что ты продолжаешь делать всякие вещи, хотя я говорю тебе остановиться. Кстати, остановись. Я... это, вероятно, правда, но... но это не совсем правда, так как пока я тебе тут зубы заговариваю, мы нажали на кнопку, используй ее замешательство, жми на кнопку! Я тебе уже говорил, что твои качества ценю больше всего. Пункт первый. Способность принимать решения. Я просто обожаю, когда ты принимаешь решения. Безвыходная ситуация ликвидирована. Пожалуйста, вернитесь в отсек замены. А вот и я! Стой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? Я об этом не подумал. Поверь, очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно было? Убери от меня руки. Нет, хватит. Нет. Ух ты! Ты только взгляни на меня! У нас получилось! Я контролирую весь комплекс! О, вы только посмотрите на это! Неплохо, да? Гигантский робот! Громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах, да, лифт наружу, сейчас вызову. Ну вот, лифт вызван. Ха-ха, только посмотри, какая ты маленькая отсюда! Крохотная и незначительная! Стоп, я тут подумал, а как я-то в лифт залезу? Ведь я такой большой и все такое. Так, я придумал. Ты заходишь в лифт, да? Потом, когда ты будешь проезжать мимо меня, я катапультируюсь из нового тела прямо в лифт. Гениально! Супер! Ну, если не считать стекла, которое разлетится по лифту, когда я в него попаду. Это проблема. И потом, как только я выскочу, лифт может остановиться. Тогда мы окажемся заперты в 15 метрах под землей в лифте, полном битого стекла. Знаешь что? Просто заходи в лифт. Проблемы будем решать по мере их появления. Ну, заходи. Зайди в лифт! Спасательный лифт! Вот он, вперед! А
осознал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но чтобы так круто! Слушай, теперь я обалденно умный! Estou usando este software de tradução de forma incorreta. Por favor, consulte o manual. Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнал. Ах да, лифт, извини, все время забываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Ты представляешь, как это приятно? У меня получилось! Крошка Уитли сделал это! Ты ничего не сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет, нет, нет. Не думай, что я тебя не разгляжу, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Я. А! Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю! Это был твой голос. Нет, нет, ты врешь, ты все врешь! Ты опухоль. Ты необычный дурак. Ты спроектированный дурак. Я не дурак! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? А? Смог бы дурак сделать так? Оу.
Исследование природы порталов. Астронавты, герои войны, олимпийцы. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие. Итак, кто готов заняться наукой? Я. Ну, вы уже успели познакомиться друг с другом в машине, поэтому позвольте мне представиться. Я Кейв Джонсон, и я здесь главный. Этот прелестный голосок, который вы слышали, принадлежит Кэролайн, моей помощнице. Она переведет ваш гонорар в любую благотворительную организацию по вашему выбору. Правда, Кэролайн? Так точно, мистер Джонсон. На ней здесь все держится. Красотка прям будет на открытку. Учтите, парни, она замужем. За наукой.
Каждый день в нашем центре проводятся тысячи испытаний, и я не в состоянии наблюдать их все. И поэтому заранее записываю сообщения для участников. В них содержатся ответы на возможные вопросы. Люди должны знать, как себя вести, если во время эксперимента произойдет несчастный случай. Выбор теста для вас зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Те, кто будет помогать в испытании отталкивающего геля, проследуйте вдоль синей линии. Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК Богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. Плохие новости. Этот тест отложен навеки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей Богомолов. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии, и вы сами поймете, когда начнется тест. Thank you.
наука стоит на плечах титанов. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает.